Всем привет, дорогие друзья, и хочу вам представить в преддверии ближайших праздников, которые будут проходить, такую замечательную вещь, как такой, смотрите, плюшевый бегемотик. Но на самом деле, конечно, это же не бегемотик, а игрушка, которая называется Funny Hippo TPA 3006, портативная аудиосистема. Не мог пройти мимо такой игрушечки, попалась мне в руки, решил снять небольшой обзорчик на нее. Возможно, кому-то она понравится, и кто-то захочет подарить такого рода игрушку детям, или, там, не знаю, возможно, возлюбленным на 8 марта, а может быть и себе, если смотрят девушки. Надо сказать, что игрушка очень приятная на ощупь, она очень такая мягкая, плюшевая, прям очень приятно ее ощущать. Качественно сделано, нигде ничего не торчит, замечательно. Сзади мы можем видеть разъемчики, к которым подключается флешка microSD. Здесь же идет регулятор громкости, переключатель режимов работы, включение, воспроизведение, выключение, перемотка и разъем для подключения питания. Две лампочки, которые показывают режим работы игрушки. В комплекте идет пультик, ну, такой вот замечательный, симпатичный серебристый пультик. Здесь есть кнопка включения, кнопка выключения звука, переключение режима, перемотка, выбор программы и так далее. Есть инструкция, соответственно, на английском, на русском, украинском и казахском языках. Есть кабель для подключения к компьютеру либо к адаптеру. Адаптера, к сожалению, в комплекте нет, но я подключал его к обычному адаптеру, от которого заряжаю телефон, с разъемом USB, и все прекрасно работало. Сейчас мы подключим нашу игрушку к питанию, вставим флешку, попробуем запустить. Когда игрушка подключена к питанию, горит вот такая вот красная лампочка. Подключаем кнопку включения питания, и сразу включается радио. Дальше я тут пытался сходу подключить флешку с музыкой, которая там есть, но оказывается, что для того, чтобы прослушивать музыку с флешки, нужно, чтобы у вас флеш-память была не больше 32 гигабайт и обязательно FAT32 была. Ничего не получилось. Пришлось переформатировать флешку, записать музыку, и тогда получилось следующее. Сейчас я вам покажу, и заодно уже за время, пока я буду переформатировать флешку, бегемотик наш немножко подзарядится и будет работать уже от встроенного аккумулятора. Да, там есть встроенный аккумулятор. И вот наш бегемотик уже подзарядился, мы его подключаем. Загорается зеленый огонек. И работает радио. Вставляем флешку. В формате FAT32. И включается музыка. Можем перематывать. Вот можно так потанцевать с бегемотиком. Всеми этими функциями можно также с помощью пульта управлять. В частности, перемотка. Выбор режима, радио, либо флешка. Здесь же есть эквалайзер встроенный. Включать-выключать, можно выключать звук, регулировать звук. Сейчас чуть попозже я вам покажу, как максимально здесь звучит игрушка. Инфракрасный приемник у бегемотика находится в глазах, поэтому направлять нужно именно туда.
на максимальной громкости уже начинает дребезжать. Ну, это логично. А вообще звук очень чистый, очень хороший, очень реально приятный. Учитывая цену игрушки, она действительно очень небольшая. Я считаю, что это шикарнейший подарок. Всем рекомендую. И опять же повторюсь, либо в подарок девушке, либо в подарок себе за любимому, либо в подарок вашему ребенку. Уж не знаю, сколько она у ребенка проживет, но засыпать с любимой игрушкой под любимые песенки, по-моему, что может быть приятнее. Всем большое спасибо, кто смотрел. Пока-пока.